Друзья, мы с вами на шашлыки не поедем. У нас каждый день шашлыки, причем не выходя из дома. Рассказываю, как это делается. В печку ставится два кирпича, закладываются дрова. Дрова прогорают, образуются угли. И на эти кирпичи над углями ставится решетка с мясными продуктами. А далее, как на мангале. Итого, и тепло, и вкусно.